А вот так видно. Не видно так? Ну, рожь не видно. Всем привет, это Погнали Шоу, с вами Димка Масленников и наша рубрика What the fuck? What the fuck? Как вы понимаете, я сегодня один, у меня в гостях двое прекрасных Саньков с канала Made in Alex. Прекрасно. Да! Вы шутить умеете? Загадываю желание. Правила этой рубрики весьма просты. У нас есть, в общем, несколько непонятных предметов вот в этой коробке. И нам ровно за одну минуту нужно понять, что это такое, зачем оно и сколько оно стоит. А мне нужно это вообще не смотреть. Да, смотри на нас. Вот. Поехали. Погнали! Шоу. Так, это... Мне кажется... Ты свой протез достал? Это какая-то шумелка. Это маракас. Маракас, сейчас. Нет, там хранят травку? Нет. Это чисто твой вариант. Я имею в виду математику. Ребята, это не наше, это не наше! Это мне подбросили! Это для того, чтобы заваривать чай! Я думаю, это что-то неинтересно. Чтобы в шкаф класть и как бы это аромат вызывает. Какой аромат? Ай, не нюхал. Пустоты. Штука для антизапаха в шкафу. От вещей. 150 рублей, да. Больше не там. Молодец какой, а? Угадал? Угадал. Да ладно. Давай, красавчик, Вася! Welcome! Нет? Правильно? Я говорю это, Вальдан, или нет? Вальдан, ты кого-то? Ты зовешь кого-то? Вальдан! Что, брат? Вальдан, заходи, неси вино! Девчонок неси! Матерь Божья. Вот это игрушка-колодец. Куда просто... поставил, там колодец. Да? Стоп Андрича. Для грешников. Стоп Котел сатаны, так оно. Слушайте, а может это ланчбокс? Может там мясо порисовать? Суп сюда хочешь налить? Очень похоже на суп налить. Вот это же похоже на как на гриле, вот такая шляпа есть. У меня вообще мозг лопается. Время закончилось вообще у нас. Это формочка. Для сушки трав. То есть типа лук, петрушка и укроп. Ну все травы. Цена. Давай показывай, как ты думаешь. Ты сказал, там тоже трава. Закрывай. Идеально. Ну и у кого руки из жопы? А что это? Санек клетчатый сегодня близок насчет штучки для гриля. Берешь фарш, засовываешь туда эту хрень и хоп-хоп, у тебя котлета для бургера прям. Да ладно. What the fuck? У нас 1-1 уже. Вдруг проиграем. Давайте так, в общем, если мы проигрываем, мы делаем небольшую депиляцию. Так, таймер. Пяу! Ну что это за фигня? Что-то... Так. Ребята, это же таблетка Нурофена! Для гиганта! Нет, это что-то связанное с ванной. Стоп, это по-моему мыло, только вопрос в том, как им мыть, но... Банальный стимулятор? Что? Почему ты об этом подумал? Потому что... Он же не мой! Я его что? Первый раз сюда. А я, если это его, пойду руки помою. Пойду руки сожгу. Что это такое? Это мыло. О, как раз пойду руки помою. What the fuck? Чего такие грустные? Давайте мы соберемся, давайте возьмемся за руки. Давай. Возьмемся за... Ну тут все просто, это свинья. Это свинка Пеппа. А можно открывать? Давай, открывай быстрее, я тебе советую. Чувак, а тебя не насторожит, что здесь болтик? У диет пиги, то есть диетированная свинья. А, это что-то типа таймера для жирных. Бери, иди поед, братан. Дарю. Может быть, это контроллер для веса. Ты такой поставил, типа, хочу кушать, хочу нельзя, там, свинья еще не заорала. А есть отвертка и батарейки? Протест свинью! Сейчас мы ее вскроем, эту сучку. Нет, не надо, пошел. Может, я просто так его? Вот она постоянно так делает?
Нет, я все понял. Сейчас ты откроешь. Я начну хрюкать, смотри. Она типа хрюкает, когда ты холодильник открываешь, ё-моё. Это пугальник для жирных. Мне кажется, как-то мотивации не хватит. Ну чё, хрю-хрю. Ты жирная шмара! Нет, ты сдохнешь в 40! Холестерин из тебя будет хлестать! Мне кажется, ты должен клавиатуре открываться, этот мужик с видео с усатой, который... Если ты не будешь делать, значит ты паскуда, тварь! Это если бы в этой хрюшке был его голос, вот так открываешь холодильник, а там... Чего ты жрапуга толстая сидишь, смотришь на меня? Думаешь, что просто так все будет? Да не будет! Свинья для жирных, молодец! Так, это... Да, это так и есть, да. Ну, я чувствую, для... как у нас полненький оператор, блядь. Я просто не знал, что у нас оператор такой обидчивый. Чересчур обидчивый. А поэтому будем продолжать снимать на телефон. А как мы извиняемся? А может подарить ему это? Давайте реально подарим ему, и он вернется. Да, потому что он розовый, милый и на него похож. Пойдемте, давайте. Пойдем, да. Пойдем. Well done! Санек, вот тебе подарочек, не обижайся больше. Друзья, на самом деле, тут не шуточные страсти. И это... Нет, я сказал, не такие страсти. Вафтяна! Это вафельница для сосков? Проверим. Давай, 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 будем проверять. Давай. Не мои. Прищепка, я не знаю. Прищепка, это маленький крокодильчик. А, это на шторы, это шторы. Нет, не шторы, какая херня будет держать шторы. Что это? Можно я покажу? Так просто. What the fuck? Кто первый? Ну, блин, слушай, ну... Раз, два, три, оп! Ну давай, блин! Ай! Слушай, они так больно на самом деле, как... Это скотч 80-х! Только, ну ты как бы по-людски делается! По-людски! Он сам выращивал их, понял? Готовы? Да. Раз, два, три, оп! Раз, два... Какой вкусный пирожочек! Я не люблю это. У меня потому что волосы любят быть во мне. Давай с двух рук тогда. Давай с двух рук. Чтоб симметрия хотя бы была. Мейден Алекс! Мейден Алекс! От тебя. О, кстати, нормально, слушай, получилось. Видимо, там держать подальше. Вот это поворот! У меня меньше гораздо. Ты выиграл? Ребята, обратный канал Майден Алекс, отпишитесь. Ребят, в общем, вот аннотация на видео. Реально классное видео со мной, и мы там будем... Кого его фотошоп? Это Ваньку. Секрет. Ваньку. Ваньку. Это не секрет. И вот этот вот хороший человек угадал в прошлый раз. Что угадал? Это была фоторамка. Поздравляю. В общем, дорогой, хороший человек, ты получаешь вот эту невероятную фоторамку от нас и от Жени Белозеро. Вот такой вот мужик. Не, может сказать, ты говоришь обычно what the fuck, а здесь сказать what the goodbye. Пойдем просто. Оставим его здесь.